Решили показать миру, насколько вы умны? И это правильно, ведь эта игра — лучший способ доказать, что вы умнее своих друзей, соседей и всех остальных людей на Земле. Эта игра — настоящий глоток свежего воздуха для ваших извилин. Она совсем не похожа на изнурительные занятия в тренажерном зале. Вас ждут ежедневные загадки, игры и головоломки, решая которые, вы будете петь от счастья. А когда окажется, что вы умнее всех своих друзей, вам будет еще веселее. Это очень увлекательно. Просто восторг. Ха-ха! Ладно, расскажите немного о себе и перейдем к делу. Вы левша или правша? Если вы пишете левой рукой, нажмите на кнопку «левша». Если правой, на кнопку «правша». Если вы амбидекстер, нажмите любую кнопку носом. Только сначала вытрите его. А теперь введите дату своего рождения. Запишите ее на доске по одной цифре за раз. Чтобы удалить цифру, нажмите на кнопку «назад». Когда будете готовы, нажмите на кнопку «отправить». Так, очень деликатный вопрос. Какого вы пола? Не торопитесь. Вот и все, можно начинать. Нажмите на календарь, чтобы начать игру и заставить свои нейроны как следует поработать. Как можно быстрее закончите слово. Пишите буквы на доске сторонного экрана. Ничего, просто ваш ум еще не размялся, хотя он даже не переоделся в спортивную форму. Как можно быстрее найдите недостающие слагаемые. Запишите ответ на доске с помощью сенсорного экрана.
Кошмар, кошмар, какой кошмар! Нажимайте на систему PlayStation Vita, как подсказывают таблички. Нажимайте на сенсорный экран или на заднюю сенсорную панель. Действуйте как можно быстрее. Ошибки ведут к штрафному времени. Ну не плачь, это, конечно, хуже, чем обычно, но все-таки не фатально. Как можно быстрее соедините линиями все точки одного цвета. Линии не должны пересекаться. Убрать линии можно, нажимая или проводя по ним. Повторение – мать учения, так что повторяйте. Просто замечательно! Вы завершили свою первую ежедневную тренировку. Разные доли вашего мозга отвечают за разные типы задач, такие как логика, арифметика, грамотность и наблюдательность. Игра тренирует все эти доли. Пора испытать свой мозг в деле.
игра «Смартез» предлагает много вкусной и здоровой пищи для мозгов. Чтобы сыграть в свободную игру, нажмите на игральные кости. Чтобы оценить силу своего ума, нажмите на диаграмму. Да, и вот еще что. Если вы хотите выйти в сеть, чтобы проходить испытания НИО и дорожные испытания, а также следить за рейтингами самых умных игроков мира, нажмите на глобус. Поздравляю! Вы получили первую оценку. Купите полную версию, чтобы играть в новые игры, публиковать оценки в сети и состязаться с остальным миром. Игра «Смартез» учитывает ваше местоположение, так что вы всегда можете похвастать рейтингом перед соседями. Укажите свой родной город, чтобы получить доступ ко всем замечательным возможностям игры и прикоснуться к технологиям будущего. Великолепно, замечательно, просто потрясающе. А теперь самое время посмотреть на мировые рейтинги. Можно начинать восхищаться. Добро пожаловать, Тез! Заходите сюда, чтобы принять участие в дорожных испытаниях и испытаниях НИО. Кроме того, именно тут вы можете узнать, кто на свете всех умнее, в каких странах больше всего мозгов и какие странности чаще всего сопутствуют гениальности. Для доступа к разным разделам нажимайте на кнопки вокруг глобуса. Видите, как расширились границы вашего мира? В разделе «Кто умнее» вы можете сравнить свои успехи с результатами жителей вашего города и страны, соседнего континента и даже другой планеты. Впрочем, насчет последнего я погорячился, но все равно немало, согласитесь? А еще здесь можно узнать, кто из ваших друзей самый умный. «Смартез» — это не только интерактивность и веселье, но и возможность похвастаться. В разделе «Где умнее» можно сравнить. Ваш город населен сплошными Эйнштейнами, или его жители до сих пор пугаются самолетов?
Ваша страна лидирует в мировых рейтингах или плетется в самом хвосте? Здесь вас ждет множество сюрпризов. Здесь вы можете узнать, насколько умны люди, чьи интересы совпадают с вашими. Очень познавательно. Правда ли любовь к театру – признак интеллекта? Или это просто способ сойти за умного? Видите, сколько интересного тут можно узнать? И не забывайте делиться своими находками с друзьями.